Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 4 ноября. Кстати, всех с праздником! Мы вышли на рыбалку. Находимся недалеко от нашего поселка. Помните, где мы рыбачили ночью в палатке Снегирь 4Т? Вот на том же самом месте. Лед у нас уже сантиметров где-то 10. Погода минус 3, минус 4 градуса, но ветер хороший такой, 6-7 метров в секунду, западный. Вот. Но ничего, видите, да, поклевки очень хорошие, ловится только один окушок, хотя в те разы мы ловили сорогу. Тут с нами сегодня рыбачит Калюнька. Калюнька, помаши-ка нашим друзьям. Его сын Саня. Саня. И Хайки. Глубина под нами 1,20 м. Вон наш поселок. Сидим рядышком, кайфуем. Вот, Каленька сегодня у нас хочет поймать сорогу. Ловит чисто на мормышку. С этим, с тестом. Но клюют одни окуня. Кстати, мне пришла посылка от Платона. Это блогер рыболовного канала «Рыбалка в Оренбурге». Канал очень позитивный и классный. Вот в следующем видео мы и посмотрим, что он мне прислал. Масса этой посылки 5600. Спасибо тебе огромное, конечно. Вот сейчас вот как раз вот после рыбалочки схожу на почту и получу ее. Сейчас мы сделаем глубину сантиметров 50. О, какая глубина. О, сейчас посмотрю. Я его вижу. О! Маленький. Но там есть крупнее. О, сколько уже поймали окушков. О. Наверное, денька через 2-3. Вот я сюда приду уже с палаточкой и попробуем посидеть ночью. Посмотрим, что у нас будет клевать по перволедью ночью. Потому как день у нас уже небольшой, буквально где-то часов где-то 7-8 рассветает, и уже часа в 3 уже темнеет. Вот. А ближе к декабрю, вы знаете прекрасно, это север, у нас уже солнышко выходить не будет, немножечко посереет, и обратно будет ночь. Будем жить опять в ночи. Ну что ж, а на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Клев уже не прекратился почти, можно сказать, полностью. Где-то в час попадается 1-2 рыбины. Ну и наловили мы неплохо. Пора и честь знать. Все. Домой. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был ваш любимый Санечка. До новых встреч!